Пускай немного неуверенно, не всегда слаженно и четко, зато от всей души. Илья старательно выводит недавно заученные ноты для любимой мамы. Вместе с ней с раннего детства мальчик привык преодолевать любые сложности и все проблемы. Вдвоем они борются с неизлечимым недугом – аутизмом. Я считаю маму своим другом, потому что я не могу прожить ее без нее ни одной секунды. Для меня, как для мамы, очень тепло на душе от такого подарка. Мой ребенок – это моя жизнь, мы с ним постоянно, круглосуточно вместе. Как он сказал, что не может прожить без ни секунды без меня, так и мне без него очень трудно жить. Музыкально одаренные или пока начинающие певцы, уже уверенные артисты или совсем еще новички. Блеснуть талантом может каждый. Нет такого понятия, что ребенок с ограниченными возможностями не может обучаться. А обучаться могут все, только со своим темпом, со своими особенностями. Ведь у каждого из юных артистов непростая судьба и страшный диагноз. Но что гораздо важнее, есть родной человек, ради которого не стоит опускать руки и сдаваться. То есть здесь все свои и объединенные одной судьбой. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Наталья Домбаева, Инесса Дондукова, Евгений Павлов. Новости дня.